Боже, милостив буди мне грешному. Создавай мне, Господи, помилуй мне. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово, росшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей, о Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси, человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создавай мя, Господи, и помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. К молитве небольшое поучение, вступление о молитве. Так у нас уже принято, а потом будет о посте еще сказано. Внимательно выслушаем. Кавычки открыты. Это означает текст, взятый от какого-то автора. Христос дал нам образец молитвы, научая нас, что быть услышанным Богом зависит не от множества слов, а от бдительности души. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глаз, голос. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа. Как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями? Ибо здесь есть нечто большее – единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитва народа, которые могут быть слабыми, соединяясь с более сильными, возносить на небо. Преклони колени, воздыхай, моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдыха делаешь временем плача. Великое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует величайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с владыкой. Ночные слезы лучше всякой росы. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. Получим ли просимое, не получим ли? Будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. Святой Иоанн Златоуст. Снова кавычки открыты. Многие тайно, молясь дома, делают это для того, чтобы понравиться людям. Блаженный Феофилакт. Снова кавычки. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва бесцерковной, ибо церковь называется земным небом. И такое страшное и грозное и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением? Святой Алексей, митрополит Московский. Не оставляй молитвенное правило, чтобы не впасть в руки врагов твоих. Авва Исаия. Наблюдай установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это суду. Антоний Великий. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопение. Исаак Сирин.
Грешнику не должно оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне недостоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин? Все согрешили, лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Недостоинство твое ничем тебе повредить не может. Тихон Задонский. Мать всех добродетелей – молитва. Она не только может очищать и питать, но просвещать и в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся. Нил Синайский. Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле, он слабее всех. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитву и не имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным. Великое благо молитва. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от этого немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Иоанн Златоуст. Ну, на сегодня пока этого будет хватит. Мы многое уже услышали. Сейчас пометим, где в следующий раз будет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Если кто может видеть, надо, чтобы видели, где делать поклоны. Некоторые не знают, тут можно увидеть будет. А что за рамка красная? Знаешь, она не закрывает ничего. Посмотри. Боюсь нажать на еще тут. Вам хорошо слышно, Сережа? Да, хорошо слышно. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песню пьем Ти сильный. Свят, свят, святости Боже, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигнись, Господи, умой просвети сердце, и усне мое отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, ико его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Боже,
Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне героя Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбствовал еси обычно, и в нищании лежащего воздвигал меня еси. Вое же утренните словословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучать со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Сороковой псалом. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я перед тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово велело пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною. А меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом Твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе земли Иорданской, Сермона с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом в водопадах твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорбления врага? Кабы, поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей.
Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гусли буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Я и многих щедротах и неизреченной милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, дает причастника слова Твое вечное. И да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, очерев матери моей. Сподобай меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возбил ты свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь мне грешного и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель-покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали со скверны, лукавые и хульные помыслы из языка моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляет все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь.
Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца Моего Духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, священников Максима, Владимира, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический иноческий чин. И вышли истинные служители Господи, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинств твоих, и наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет, и приготовь этот народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, согласно Слову Твоему. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого зла и в этот день. Аллилуйя! Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Никиту. И почти добрых жителей здесь нет. И сохрани школу и помилуй нас. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексея. Расширь пределы общей, найди новые души. Всех побуди на благовестие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чадо их, Валентину, Алексея, Валентину, Нежду, Андрея, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Спаси их и помилуй, Господи. Воззри на врагов и разруши их замыслы против истины, против нас, и примири их с нами. И в судный день не помяни их безумие, и закрой их лживые уста, дабы не поносили истину Твою. Господи, благослови благодетели наши, воздай им добром. Елену, Евгения, Наталья, Максима, Владимира. Посети болящих. Пошли им исцеление, облегчение в страданиях. Сергея, Алексея, Александру, Анну, Анилу, Валентину, Марию, Игоря, Василия, Нину, Калерию, Акелину. И всех и знаю, Господи, помоги им задуматься о жизни своей, избавиться от грехов, прославляя Твое Всесвятое имя. И от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих Раису, Льва, отступников Николая, Михаила, найди. И сохрани наше сокровище, все, что здесь есть, сайт и форум для многих людей. И трудящийся Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктор, Гавриловна, Тимофея, Мартина,
обрати и наставь. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Ирину, Марию, Татьяну. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Да будет между нами мир и любовь и согласие по слову твоему. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшие от жизни сей, родителей, родственников и всех православных христиан, любовь, его представленных. И сотворим вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволение, аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Найди, обрати Германа, Александра, Владимира, дабы познали они Тебя и трудились за себя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши. Добрый мой ангел, благодарю тебя за эту ночь, и столько лет ты хранил меня. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому даруй жилье Сергею Гавриилу. Никому не завидовать и не роптать, не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Моли Бога о нас, святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь словесных овец. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Иезекииль, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, день прихода Твоего нашего отшествия, не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Цилинский, Юстин, философ, Косма и Дамиан, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание Антихриста звери. И даруй добрую веру Анфима, Вениамина и устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корвилий, Иов Сергий, Радонский Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский и Филарет. И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матик София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприян и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь, Господи, непокорилась Галины, семейство ее, Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Лена, Галина, Иоанна. Аллилуйя! Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Далее 12 поклонов, они земные, но у меня после операции я не могу наклоняться. Господи, прости меня грешного. Боже, очисти меня грешного. Боже, будь милостив ко мне. Спаси и помилуй, Владыка. Благодарю Тебя за долготерпение Твое милосердие ко мне грешному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое, аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешным, да будет благословен сей день. Аллилуйя, и сохрани нас и место сие от чуждых людей, дабы они не могли приблизиться к нему. Аллилуйя. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, прими нашу молитву и воздание рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб твой. Аминь. Доброе утро. Мы утром готовим несколько материалов. Ну, первыми будем здесь насчитывать, часовая у нас как программа, события дня, что было. Ну и дальше берем из вопросов и ответов. А потом мы сейчас озвучиваем Новый Завет. У нас он почти весь насчитан с толкованием.
просто Новый Завет, он давно у меня насчитан, еще в 80-х годах. И так потом я пересчитывал после освобождения, и в интернете можно найти. В разных ресурсах его так широко раскатали. А сейчас мы начитываем с толкованием блаженного Феофилакта и с комментариями. Но вначале будут события дня. Сейчас я отключу, а потом подключу, кто там есть, дадите, ну, сами подключайтесь тогда. Сейчас пока отключаю я.